Поздравление с 8 марта от Станислава Бондаренко. А помнишь, как-то мы с тобой подрались одной весной? Я тебя таскал за косу и ушел с разбитым носом. И теперь не огорчаю. И тебя с 8 марта поздравляю. На, жена. Алекс сказал, что есть там какие-то подарки для меня. Сказала, сейчас принесет. Давай. Это мы в садике делали. Это для мамы? Да, это для мамы в садике. А где Мика, а где ты? Ну-ка. Happy birthday from Микаэла. Ой, какая красота. Он мне помнял. Покажи, давай сейчас мы выровняем. Ну-ка, это в пакетике просто лежал. Ничего, я знаю, как сделать. Мы сейчас подровняем. Совсем ненадолго настала тишина в доме, и можно пойти, наконец, записать поздравления для всех женщин. Когда мужчины в магазинах с витринами метут всю дребедень, то это означает, что наступает Международный женский день. Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.